Конкурс профмастерства для детей с ограниченными возможностями здоровья «Город мастеров» прошел на базе школы номер 3 Комсомольска на Амуре. Участие в нем принял 31 школьник. Дети показали свои профессиональные навыки в вышивании, строительстве, флористике, ремонте обуви, столярном деле и выпиливании лобзиком. В мастерских третьей школы кипит работа. Школьники под руководством экспертов выполняют задания. «Город мастеров» – это конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в нем принимают школьники от 14 до 18 лет общеобразовательных учреждений города. Задача – выявить лучших по 6 профессиональным компетенциям. Сегодня и тренировка детей, участие, да, в конкурсе, увидеть этот конкурс, почувствовать его, подготовиться к нему эмоционально. Ну и также это уже отборочный этап, то есть те дети, которые сегодня займут первые места, это будут однозначные кандидаты на дальнейшее участие в национальном конкурсе «Обилимпикс». Для выполнения практических заданий всем участникам предоставлены равноценные рабочие места. Экспертами выступили мастера и педагоги своего направления, прошедшие подготовку. Они следили за соблюдением конкурсантами времени, технологии выполнения и правил безопасности. Опять же, творческий подход, то есть где-то они могут применить свою фантазию и что-то добавить от себя, это тоже, конечно, имеет большое значение. Цель конкурса – повысить качество дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Но главное – поддержать талантливых детей, научить представлять свои творческие работы, дать возможность реализовать практические предпрофессиональные знания и навыки. Анна Тютюник, Валерий Тагушов для выпуска новостей.